Ладно, валим дальше на Монмарт. Вещи какие-то интересные, очень интересные. Такого я не видел ни в Германии, ни нигде, короче, в принципе. Ни у нас, понятно, ни в Польше, нигде. Такие классненькие. Может быть, что-то прикупить можно было бы. Только уже некуда ложить это все. Так, двигаемся дальше к Монмартру. Светофоры, кстати, будьте осторожны. В Париже загораются как-то постепенно. То есть сейчас меня какой-то вот африканец остановил. Я пошел на дальний красный, я пошел. Точнее, зеленый загорелся, я пошел. А на эту полосу движения еще был красный. Я шагнул, а машина летела. Так что меня какой-то араб остановил. Справа от меня. На видео, наверное, это видно будет чуть-чуть. Так что тоже смотрите в оба. Зеленый должен загореться на двух полосах движения. Навигатор меня совсем неправильно ведет, блуждаю по улочкам. По улочкам Парижа, как говорится. Так, 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 так. А, сейчас все налево. Апельсины, мандарины, ананасы. О, тоже можно посчитать за граф. Ладно, стоп, съемка.